Давай, еще было шефту. لك شو والله ما بعطي فتح فرحتي لحدا يا رب К задаче уничтожения огневых точек подключается артиллерия. Один из бойцов ранен выстрелом снайпера. Товарищи оказывают ему первую помощь и отправляют в госпиталь. Позиция выстрелившего снайпера обнаружена. И по ней немедленно открывается огонь. Винтовка ему больше не понадобится. Водитель грузовика убит снайпером боевиков. Из-за постоянной стрельбы снайперов родственники не могут забрать тело. Они попросили о помощи солдат. Командир танка находит решение. Попадание РПГ. Двигатель заглох, и экипаж эвакуируется.
Товарищ вовремя приходит на помощь, уничтожая бандитов, пытающихся захватить танкиста. Боевики начинают минометный обстрел. Но эвакуация танка продолжается. К сожалению, один из членов экипажа погиб. Его настигла пуля снайпера. Первая волна десанта высажена, и плацдарм для обеспечения наступления очищен. Основная штурмовая группа готовится идти в бой. В этот момент ракета боевиков попадает в одну из БМП. Последствия тяжелые. Двое солдат погибли, 6 ранены. Наш друг Хусейн заметил движение на втором этаже. Состоялась дуэль гранатометчика и танкистов. Вот на замедленной съемке видно, как ствол танка идет влево, и вдруг танкист замечает движение. Появляется граната и выстрел. Боевик промахнулся. Теперь у террористов стало на одного гранатометчика меньше. Камера на втором танке зафиксировала след кумулятивной струи и останки гранаты. Одну из БМП дистанционно подрывают кумулятивной миной.
В условиях плохой видимости действия экипажей нацелены на то, чтобы не дать боевикам добить пострадавшую машину. Под натиском солдат боевики решают сменить позиции. Танкисты заметили движение и сразу открыли огонь по бандитам. Хусам! Жалова! Позиция оказалась очень удачной. Спустя несколько минут еще одна группа боевиков была расстреляна. Говорит и плотность огня боевиков. Десятки метров второй экипаж танка поддерживает десант справа, сковывает действия боевиков, не давая им бить по десанту. Грамотно действуя в бою, танкисты уворачиваются от выстрела из РПГ. Снайперскими группами боевики снова бьют из гранатомета. Но танкисты уходят и от второго выстрела. И уже в последний момент, когда прозвучала команда «Отходить», террористы улучили момент и, оказавшись вне поля зрения машин, нанесли удар из РПГ-29 по танку Джаляля Разука, Леонида и Али Давуда. Сразу становится ясно, что механик-водитель у них либо тяжело ранен, либо убит. Наводчик и командир танка после попадания стреляют по боевикам и покидают машину. Начинается спасательная операция. За день по танкам и БМП было несколько попаданий РПГ. Все машины после попадания остались в строю. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Андрей Филатов, Анна-Ньюс, Дамаск. Когда пехота закрепляется, танки начинают движение вперед для огневой поддержки подразделений. Внезапно головной танк подрывается на кумулятивной мине. Настали самые тяжелые 30 секунд, когда не знаешь, что произошло. Ожидание равное нескольким часам. Выждав, когда один из танков оказался в одиночку на дистанции выстрела,
Боевики ударили по нему из РПГ. Динамическая защита спасла машину от повреждений, и танк ударил в ответ, так как танкисты увидели след от выстрела. К сожалению, освободить этот дом не удалось. Когда у боевиков не осталось шансов защитить его, впрочем, лучше один раз увидеть. На пути к позициям боевиков танковый взвод попал в засаду. Один из танков подорвался на мине. Боевики сразу открыли огонь по обездвиженному танку из гранатометов. Немедленно был вызван эвакуатор, а в ожидании помощи товарищи прикрыли подбитый танк своими машинами и огнем орудий. Боевики убедились, подбит не означает уничтожен. Экипаж поврежденной машины продолжил вести бой и поставил точку в этой огневой дуэли. Взрывом мины танку выбило каток, разбило подмоторный люк. Выстрелами из гранатометов повреждены бортовые экраны. После осмотра пациента танковый доктор пообещал вернуть его в строй через пару дней.